Отправляться в путешествие не только с собранными чемоданами, но и без долгов. Сегодня в здании нового терминала международного аэропорта Симферополя судебные приставы республики развернули мобильный консультативный пункт. Здесь каждый желающий может проверить информацию о задолженности любого человека. Необходима лишь ключевая информация. На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Крым на главной странице необходимо зайти в сервис и банк данных исполнительных производств. Ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения человека, нажать «Найти» и там предоставится информация. Проверка занимает несколько минут, а зачастую людей интересует, есть ли в их отношении исполнительное производство. Однако некоторые беспокоятся из-за своих родственников. Быть злостным неплательщиком совершенно не обязательно. Из-за бурного ритма жизни человек может просто не знать о долгах. В таком случае проблемы начнутся при попытке выезда за границу. Чтобы отправиться в путь со спокойной душой, сознательные граждане воспользовались услугами приставов и проверили всю необходимую информацию. Когда мне объяснили, что здесь можно проверить и узнать ситуацию, я, понятно, сразу этим воспользовалась. Быстро, очень корректно, ну и самое главное, свобода. Нормально, конечно, перед вылетом провериться. Но мне вчера как раз штраф пришел, ГАИ, 500 рублей. Я сегодня утром оплатил, вот тут уже его нет. Я, в общем-то, знаю, что у меня нет долгов, но было очень интересно проверить и пообщаться с такими хорошими людьми. Быстро, удобно, четко, по-российски. Мероприятие, организованное судебными приставами, проводится в рамках всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах». В Крыму мобильные пункты развернуты на двух главных объектах – Симферопольский аэропорт и Керченская паромная переправа. В ФССП подчеркивают, осведомлен, значит вооружен. Только за этот год Российскую Федерацию не смогли покинуть несколько тысяч человек по причине имеющихся задолженностей. За три месяца 2018 года вынесено более 6 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации на сумму более 1 миллиарда 454 миллионов рублей. Также по алиментным обязательствам вынесено 2940 постановлений. Как сообщают в ведомстве, благодаря таким акциям в первом квартале 2018 года 82 должника оплатили имеющиеся у них задолженности на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. По алиментам перечислено порядка 850 тысяч. Судебные приставы Крыма подчеркивают, работа в данном направлении поставлена на особый контроль и будет доведена до конца. Егор Зайцев, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ, Симферопольский район.